Не менее 14 человек стали жертвами аварии на канатной дороге, которая соединяет итальянский город Стреза на берегу озера Лаго-Маджоре с вершиной Матароне. Катастрофа произошла, когда кабинка поднималась в гору, и до конца маршрута оставалось примерно 300 метров. Предполагается, что оборвался трос, поскольку незадолго до трагедии путешественники слышали в горах громкий звук, похожий на обрыв каната. Кабинка упала примерно с 20-метровой высоты на горный склон и несколько раз перевернулась, пока не ударилась о деревья. Катастрофа произошла в труднодоступной лесистой местности, что осложнило поисково-спасательную операцию. 13 пассажиров погибли на месте. Двое детей 9 и 5 лет получили серьезные травмы. Их доставили в больницу Турина. 9-летнего ребенка спасти не удалось. Другой ребенок находится в тяжелом состоянии. Известно, что среди жертв 5 граждан Израиля. Выживший ребенок тоже израильтянин. Также погибли 8 итальянцев и гражданин Ирана. Канатная дорога возобновила работу совсем недавно после отмены некоторых карантинных ограничений. Это ужасная трагедия для меня, нашей общины и, думаю, для всей Италии. Особенно горько, что это произошло тогда, когда мы только возобновили работу. Эти люди собирались хорошо провести день, а мы призывали всех выходить на прогулку, чтобы оправиться от пережитого во время пандемии. Но произошла ужасная катастрофа. Канатная дорога работает с 1970 года. Подъем по ней длится 20 минут. Последний раз ее ремонтировали в период с 2014 по 2016 годы. Сейчас власти ведут расследование, чтобы выяснить причины аварии.